Придирчивый осмотр нового КАМАЗа. Его будущий водитель Константин Артеменко объясняет. Каждую машину дорожной службы на сезон закрепляют за одним человеком. Всю зиму он может провести вот здесь. Преимущество автомобиля, новая машина, попроще, получше, поспокойнее, поинтереснее работать. Покрасивее. Может, посмотрим, как в зиму будет работать. Надеемся, что будет намного лучше в комфорте. Новая техника универсальна. Зимой она чистит снег и разбрасывает пескосоляную смесь. Летом ее переоборудуют в обычные самосвалы. В этом году город купил 6 таких машин и еще 3 трактора. Если выпадет первый снег, на улице готовы вывести 252 единицы техники. Это самосвалы, погрузчики, грейдеры. Заготовлено почти 40 тысяч тонн пескосоляной смеси. А вот чего не хватает, так это кадров, говорит глава автодорстроя. Для полного штата нужно набрать больше 50 человек. Из таких, может быть, немножко тревожных моментов. Это сегодня эта комплектация. И основная задача, наверное, будет для Андрея Александровича сформировать все-таки штат, посмотреть и проанализировать, в чем здесь проблема, почему у нас не комплектация, может быть, и фонд заработной платы. Набрать по меньшей мере 90% от необходимого штата «Автодор» планирует в ближайшие 2 недели. И, похоже, погода даст на поиск сотрудников еще пару лишних недель, пока снега не прогнозируют весь месяц. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.